Знаешь, вот я как будто бы какой-то период спала, вот весна была, ну, вроде бы весна просыпается все, но я проснулась, когда пришла к вам. Это действительно так, потому что был период, когда я очень мало писала. Получилось так, что вы меня как будто пробудили. Атмосфера, которую невозможно представить в каком-то официальном учебном заведении, да, то есть это не когда человек пришел на первый курс, да, ему понравилось, не понравилось, а когда есть 15 уже, в принципе, взрослых, состоявшихся в чем-то людей, которые объединены одной целью. Объяснительный смс внезапно заболевшего сотрудника, в кавычках. Такое безумное ощущение, вот общего такого, хотим больше, хотим еще, надо взять все, надо ходить на какие-то мастер-классы, надо что-то писать, надо смотреть постоянно вокруг, все подмечать, чтобы это потом можно было воплотить в какие-то работы. Мы действительно друг про друга очень много узнали, просто благодаря даже домашним заданиям, которые все были очень такие связаны с каждым человеком, и все раскрывались, и все как-то вот... Вот репортажи, характерные детали, диалоги. То есть вот эта многоплановость, смена планов, когда ты пишешь и наблюдаешь мир вокруг. То есть это прям меня потрясло и зарядило очень мощно. Оказалось, что это очень увлекательно. Оказалось, что история может рождаться буквально из всего. Из всего, что ты видишь, из всего, что ты чувствуешь. Даже из того, что ты слышишь, когда тебе рассказывают, и ты оказываешься слушателем. Скажем так, я хотела написать что-то коммерческое, но в то же время что-то хотелось... Нужно творчество, нужно что-то еще. Душа просит артхауса, а все остальное коммерция. Да, то есть, скажем так, мой эксперимент удался, и это значит то, что я смогу дальше работать в этом направлении, а для меня это самое ценное. Конечно, мне очень понравился опыт общения, попробовать себя в этой связке редактор-автор, то есть понять, что это такое. В курсах LitBand я научилась на самом деле давать себе это давление самой. То есть каким-то образом внутренне нагружать себя до такого состояния, что я сажусь за стол и пишу.